Добрий вечір, дорогі друзі! Ми раді вновь видіти вас в цьому залі, видіти ваші очі, улыбки, відчувати нашу взаємозв'язь. Сьогодні состоїться ще одна зустріча з уже давно знайомим вам колективом. Колективом з пісней «По житті» і його спутником, вокальною групою «Веселі нотки». А концерт наш посвящен, конечно же, русской песне. Песне, которой народ доверял свои мысли и чувства, вместе с которой горевал и праздновал, и с которой черпал силы в тяжкое лихолетие. Ты откуда, русская, зародилась музыка? То ли в чистом поле, то ли в лесе мглистом, в радости ли, в боли или в птичьем свисте? В чьем ты сердце билось с самого начала? Как же ты явилась? Как ты зазвучала? Знать, в деревне милой все твое начало. Часть этого огромного богатства.
русская народная песня, соль земли, сама жизнь со всеми ее проявлениями, шуточная русская народная песня «Пожар». Вроде на зоне.
коллектив с песней «По жизни». Песня русская, да песня звонкая, ты на всем пути звезда путеводная. Русская народная песня «Толокно». Пришел мужик с работы, баба увидала.
десятилетие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Как давно это было, как недавно это было. Давайте представим, что мы с вами листаем книгу о войне. Каждая страница ее пропитана страданием и болью. Страданием и болью не только взрослых, но и детей. Дети войны, вам с пеленок досталось познать беспредел и невзгод. Был голод, был холод, ночами не спалось, от гари чернел небосвод. От взрывов и плача земля содрогалась, не знали вы детских забот.